So, is everybody ready? Ну как, все готовы? Понимаю, день долгий, но он уже почти закончился. Мы теперь дошли до последней сессии. Мы с Арианой хотели бы рассказать вам об использовании регистра для научных исследователей. Я эту тему начну таким образом. И начну вот с этого слайда. Очень важный, самый важный. Другие слайды будут только примеры содержать, которые будут иллюстрировать вот эти пять пунктов. Начальный пункт исследования – это хорошая база данных в раковом регистре. И эта база данных должна быть обязательно доступной вам и другим исследователям, с тем, чтобы вы могли ими воспользоваться. И, в принципе, именно эти пять пунктов и важны для использования данных. Это виды использования. Первое – это использование агрегированных данных. Обычно они идут из отчетов или даже в интернете их можно найти. Теперь они там имеются. Вот этими данными можно воспользоваться, и исследователи делают на их основе интересные публикации. Вторая возможность – это использование из регистров ваших или международных баз данных, использование анонимизированных, анонимных индивидуальных данных о пациентах. То есть на каждый случай ракового заболевания есть данные с определенными показателями. Это как вот сделали перед исследованием Concord. Исследователи сказали, нам нужен набор данных от вас такой-то и такой-то. И регистр для каждого случая создал набор данных. Конечно же, они анонимные, индивидуальные. Чуть позднее пока приведу примеры таких данных. Есть еще одна возможность использования данных регистра для исследований. Это определение, идентификация когорт, исследований по случаям или по случаям когортам. То есть, скажем, если вы хотите оценить качество жизни пациентов через 5 лет после диагностирования онкологического заболевания, то вы можете попросить имена всех пациентов с раком груди, которым было от 50 до 60 на момент диагноза. Диагноз должен быть такой-то момент. Лет через 5 можно их опросить. Это будет неплохое исследование. Если у вас есть юридическое право, то интересно проводить такие исследования с хорошими результатами, интересными, информативными они получаются. Затем можно сделать классическое кейс-контрол исследование для определения ваших кейсов. Например, если вы хотите учить рак легкого и причины его возникновения, тоже можно запросить список пациентов для опроса, опроса об их образе жизни, контакта с табакокурением, асбестом и так далее. И пятое, вы можете использовать раковый регистр для линкирования связи записей для существующих когорт. Ну, например, в Германии и других странах мы сейчас создаем крупные когорты, скажем, по 200 тысяч здоровых лиц. Их проверяют очень тщательно. И рентген делают буквально от макушки до пят. И через несколько лет эту когорту также вводят в информационную базу ракового регистра. И вот выясняют, сколько человек из этой когорты через определенный период времени получили раковое заболевание. Очень интересное исследование, потому что
Не нужно тогда выискивать, да, то просто нужно обратиться в раковый регистр и сказать, им сообщать, что вот этот заболели раком. Очень интересный анализ можно сделать на основе этих данных. Вот 5 важных пунктов или методов исследования раковых регистров для исследовательских целей. Сейчас буду приводить примеры. Вот первый пример. Использование агрегированных данных для исследований. Это немецкая база данных. К ней можно получить доступ. И здесь рак легких, годы с 2003 до 2011. Различные области Германии с уровнями заболеваемости. Вы можете эти агрегированные данные использовать в ваших исследованиях. Также можно использовать атлас раковых заболеваний. Там тоже масса интересных сведений, агрегированные данные можно использовать для сравнения различных территорий и областей Германии. Вот, пожалуйста, пример по раку груди. И посмотрите различные области. Вот отдельно справа территория бывшей ГДР. И там, кстати, случаи рака груди гораздо реже встречаются, чем в других частях Германии. Все это тоже можно использовать для исследований. Вот посмотрите публикацию. Кстати, Надя ее автор. Анна в Болгарском национальном регистре раковом изучала качество данных, оценивала их. И посмотрите, какие здесь были выявлены тренды различных локализаций. H по возрасту стандартизированные показатели, прекрасные данные для исследования. Кроме того, эти данные можно их отыскать самостоятельно. А что касается европейского издания European Cancer Observatory, его можно найти в интернете. Здесь вы можете выбрать различные показатели, индикаторы. Сейчас, минутку. Так, перейдем к другой теме. Вот доступ к персональным данным. Есть разные возможности. Можно напрямую запросить регистр. И в идеале у вас протокол исследований, предложений. Вы вот отправляетесь в регистр с просьбой предоставить необходимые для вашего исследования данные. А существуют и такие страны, где в эти данные можно зайти онлайн без каких-либо предварительных разрешений. Вот американская программа данные CR, так называемые. Она существует, можно здесь посмотреть, с 73 по 12 год можно данные получить. Там надо просто зарегистрироваться, и вы можете закачивать данные и делать свои публикации. И где-то в год в этой базе данных там до 600 различных исследований выходит на основе этой базы данных. Дальше. Мы начали делать то же самое в Германии, следуя этому примеру. Назвали это национальным центром данных.
Все они сливаются в этот центр, и исследователь может сделать запрос в этот центр данных. У нас есть, мы создаем для них файл для научного использования, и, опять же, на основе этой информации они могут прекрасные публикации создавать. Здесь информация индивидуальная по пациентам подается. А вот примеры из России я в интернете поискал. Только по-английски нашел, русских публикаций, русскоязычных я не нашел, но англоязычный обнаружил. Вот примеры. Анализ рака почек в Красноярске. Это было сделано на Красноярском крае. А вот еще одна работа о Сибири и меланоме, недавно опубликованная. Вот знакомые вам регионы. Очень интересные примеры, хорошие. Так что можно найти примеры использования подобных данных. Можно их использовать и замечательные публикации на их основе создавать. Продолжаем. Вот еще один пример. Это мы сделали, используя немецкую базу данных. Здесь о выживаемости пациентов с меланомой. Было задействовано от 200 до 300 пациентов. Нам этого показалось недостаточно, поэтому мы решили посмотреть шире по всей территории Германии. Вы не могли бы вернуться на один слайд? На один слайд назад, пожалуйста. Мы сделали анализ выживаемости и используя эту базу данных, собрали данные почти о 20 тысячах случаев меланомы. Видите, насколько сильно вас могут поддержать эти базы данных, регистров. Причем анализ можно сделать очень разнообразный, по различным возрастным группам. Вот уровни выживаемости более молодых пациентов, более 90%. Затем мы можем посмотреть различные виды гистологии и, конечно же, стадирование, зависимость выживаемости от стадирования, конечно же, чем больше стадия, тем ниже уровень выживаемости. Есть анализы трендов. И мы можем проследить, как развивалась выживаемость за определенный период времени. И, как видите, вот у женщин происходили дела чуть лучше, чем у мужчин. Все это возможно. Еще один прекрасный пример. Мы анализируем заболеваемость и тренды колоректального рака. Вот результаты исследования. Здесь упомянуты годы от 2000 до 2008. Заболеваемость представлена, причем она рассматривается постадийно от 0 до 4. Вот посмотрите, что происходит. Например, стадия Т1. Заболеваемость резко повысилась. Затем вышла на плато. А вот Т3 стадия, здесь снижение наблюдается. Что вы думаете, что вызвало эти тренды? Скрининг, конечно. Совершенно верно. И все достаточно хорошо. Понятно. Как инситу можно определить колоректальный рак только скринингом? Все это началось в 2002 году, и посмотрите, как снизилась заболеваемость. Это замечательно. И что мы могли показать при помощи этих анализаторов? Разницу в результатах. Это важная разница. Видите, вот стадия Т1.
начала снижаться. Интересная работа. И недавно вышла, кстати, новая публикация с новыми данными, которые подтверждают, что этот тренд продолжается в том же направлении. К сожалению, сейчас спикер не пользуется микрофоном, перевод невозможен. Ответ – да. Да. И мы данные, по-моему, взяли из 4 областей Германии, их вместе объединили и быстро получили этот результат. Вот еще один пример. Мы хотели изучить качество жизни пациентов с раком груди в наших германских областях, провинциях. И мы не хотели рекрутировать пациентов отдельно по больницам. Это было слишком сложно, так что мы отправились в канцер. Регистры попросили их предоставить нам когорту пациентов, которые дали информированное согласие на исследование. Мы всегда об этом спрашиваем. Мы обязательно спрашиваем пациентов, хотят ли они участвовать в исследованиях. Делаем значок такой в регистре, и затем исследователь может отправиться в регистр и попросить выдать информацию о всех пациентах, которые дали это информированное согласие на участие в исследовании. Вот всем им были разосланы письма, они их получили от нас с вопросником о качестве жизни. И посмотрите, большой процент, 400, более 4000 отозвались, так что это дало нам достаточно информации для наших исследований. Спасибо. Думаю, вот это последний пример. Это я называю линкирование записи в исследованиях или связывание. Есть большой проект, который сейчас проводится. Это маммография. Это не совсем скрининг, а скажем, нужно убедиться в том, что маммография используется правильно, например, что-то необычное, делает маммографию пациенту. И маммография делается по высоким стандартам, с тем, чтобы не было ошибок, делается двойное прочтение. И если мнения двух экспертов о маммографии не совпали, тогда идет третье прочтение, чтобы наконец не решили, рак это груди или нет. И так была задействована целая когорта пациентов. Она все увеличивалась и увеличилась. В конце концов почти 170 женщин было избрано, у которых была сделана маммография. И мы хотели узнать, что дальше произошло с этими женщинами. Если у них был рак, то как он проходил, какова была выживаемость. Если повторные были раки, то онкологические заболевания, то через какой период. Вы знаете, не так легко опросить 170 женщин в ходе этого заболевания. Так что мы опять обратились в регистр, и они нам дали вот этот линкейдж к записи, с тем, чтобы мы могли их найти по именам, по адресам. И так получилось гораздо быстрее и легче. Из 170, простите, тысяч женщин было рак груди у почти 800. 8500. Продолжаем. Мы публиковали эти данные, адаптировали результаты и выяснили, что женщины, которые прошли через эту процедуру уточнения качества, у них выживаемость была выше, чем у тех, кто, чьи маммографии через эту программу уточнения качества не проходили. Вот так, без регистра, без данных регистра, такое исследование было бы невозможно. Итак, следующее, пожалуйста.
Следующая возможность – это возможность пространственного анализа, географического. У нас есть институт медицинской географии. Они прекрасные карты делают, анализируют их. На этой карте мы видим, где в нашей стране самый высокий уровень заболеваемости. По всем ракам есть некоторые горячие точки. Это все, я уверена, интересно с точки зрения науки. И вот такие можно делать карты, похожие на карты погоды. Вы все в Баварии. Здесь касается дела колоректального рака. Здесь есть такая горячая точка с высокой встречаемостью колоректального рака. И, наконец, краткая история, пример. Думаю, здесь важно все. Это касается и науки, и медицинского обслуживания. Небольшая деревня в земле Шлезвиг-Гольштейн. И это статья из лондонской газеты, которая получила широкую известность. Забыл, как сказать это по-английски. Идет фраза по-немецки. Да-да, вот заглавие этой статьи о небольшом городке. Ага, это деревня, где вот загадочные случаи с раковыми заболеваниями происходили. Вот городок под названием Веверслевс. На реке Эльбон находится. И население городка где-то 160 тысяч человек, они подалеку находятся, АЭС. И из деревни хороший вид на АЭС открывается. У людей, у населения была фобия радиации от АЭС. Они считали, что это может оказаться вредным для здоровья. Поэтому был запрос в регистр раковый, нет ли каких-то особенностей, касающихся этого городка, потому что там случались смерти от раковых заболеваний. И они проанализировали данные с 1996 по 2007 год и обнаружили немножечко повышенный уровень заболеваемости раком, почти на 1,5 единицы. Мы изучили почти 90 случаев, зарегистрировали 128 случаев, было проведено масса различных анализов, и нам пришлось сделать вывод, что причины такого всплеска мы не знаем. Это не ЛАЭС, не АЭС. Вопрос был, а вдруг это из-за АЭС? Но мы решили нет, потому что все виды онкологических заболеваний, связанных с повышенным уровнем радиации, их заболеваемость не была повышена. Там были обычные виды рака, там, например, но не те, которые именно вызываются радиацией. Обсуждали и другие причины, возможно, стиль жизни. Там недалеко были верфи. А на верфях, вы знаете, используются порой краски. Раньше использовались краски, которые могли быть канцерогенными. Или, может быть, гипердиагностика или раннее обнаружение послужили причиной такой статистики. А может быть, просто вот популяция такая. Может быть, и даже фобия. Может быть, потому что они достаточно часто из-за фобии обращались к врачу, поэтому обнаружение рака было более частым. И с 2009 года заболеваемость снизилась до нормального уровня. Да, была такая вспышка, но теперь все в порядке. Мы смогли об этом сообщить общественности и населению этого города. Это были приятные новости. Так, а теперь хотел бы подвести итоги. Я думаю, есть масса различных способов использования данных регистров для научных исследований. Для нас важно, чтобы данные использовались. Неважно как, но
наши данные должны использоваться. Иначе регистры будут как бы кладбищем информации. И если такое произойдет, то ваш регистр раньше или позже закроют. Он прекратит свое существование. Мы, сотрудники регистров, должны объяснять исследователям, как использовать наши данные, предоставлять их. По возможности мы сами должны вести исследования. Таким образом, мы проиллюстрируем другим исследователям, какие возможности наши данные предоставляют. На этом я заканчиваю свое выступление. Если есть вопросы, задавайте, пожалуйста. Скажите, а много ли денег нужно на все эти исследования? Что могут бедные регистры сделать при ограниченности ресурсов? Надя, вопрос очень хороший. Чтобы всю эту работу проделать, нужно финансирование. Нам повезло. Мы смогли убедить наше Министерство здравоохранения, что важно, чтобы в регистре был исследователь. Так что они нам дали достаточно финансирования для оплаты работы хотя бы одного исследователя, который может это делать. Один исследователь может писать, если он есть, предложение, чтобы какие-то еще деньги запросить от третьих лиц для дальнейшего анализа. Но с чего-то надо начинать, хотя бы с одного исследователя в вашей группе регистра. А позвольте еще добавить то, что я поняла из своего опыта работы в регистре Хорватии, где я была директором. Очень важно сотрудничать. Итак, если у вас нет, скажем, возможности иметь должность исследователя, хорошо сотрудничать с исследователями из больницы, а также с академиями, университетами. Это важно. Ведь они обучают студентов базовым концепциям эпидемиологии и регистрации. То есть эти знания распространяются.